Друзья, всем привет, вы на канале Курок ТВ, с вами я, Тёмыч, и мы продолжаем проходить «Одни из нас», часть 2. Так, значит, мы в Санта-Монике идем по следам Эбби, точнее, типы, банда, которых похитила, я так понимаю, это она и есть. Это она и есть. Хули ты спалишь сюда, ёпта? Палит он, ёпта, сюда, дурик, блядь. Так. До свидания, блядь. До свиданницы, я говорю просто. Так. Где? Спокойно. Остальные? Не палимся. Не палимся. Кстати, пушку. Пушку вот эта хорошая. Так, вопрос. Можно ли сюда забежать? Так, вот там, походу, дохера народу будет. Не факт, конечно, но все же. Не может же, блядь, 4 человека быть, нахуй. Так, окей. Еще стрела. А, сука, места нет. Так. А, это все. Так, не палимся. Вот здесь тоже спокойно. Так. Нет, это холодное оружие не будем. С холодным оружием у нас все нормально. Смысл нам его менять, у нас полное. Так. Так, значит, здесь зараженные есть. Если же здесь уже грибы. Хотя, может, и нету. Может, их и убили, эти бандосы. Так. Всего понемногу. Вот это хорошо. Либо же ожидается какой-то замес, я не знаю. Много патронов. Очень много. Так, спокойно. Есть, блядь. Так, это все, да? Большая группа. Да какая большая хуйня, ебаная. Найти ее, пока эти придурки ее не убили. Так. Все, здесь все. Здесь у нас все, ребят. Здесь у нас все зачищено, так что смысла нам тут торчать нету. Идем дальше. Я бы был осторожен вот здесь. Да, я их вижу. Так. Что? Слышала? Смотрю, что там. Тут ничего нет. Так. Так, там двое. Иди, я прикрою! Ага. Вот, сука.
ты пидор. На, блядь. Мазила ёбаная. Да иди нахуй! Что ты меня заебал? Боже! А чё ты думала, блядь? А, блядь. Пидорасы, блядь. Ну чё, дострелялись, блядь? Ебаньки, блядь. Чёрт. Больно. Я верю тебе, что больно, блядь. Где эти пути? Так. Собираем всё, что есть. Собираем всё, что есть, ребятки. И там еще вот хата открыта была. Вот тут. Это что, мне нахуй показалось? Пиздец, мне так показалось, что тут как будто сломано, когда сдалека смотришь. Но меня наебали, ребята, вот. Окей, вот они пути, ёбана. Ну тут закрыто, скорее всего. Да, тут закрыто. И все, тогда нам только туда. Ладно. Пути к санаторию. Так, давай. Скрываю. Отлично. Все, прошли, значит. Все, теперь остается только идти к этому лагерю. Блять, смотри, их пиздец там. А вот и пленные все. Вон это круглое здание, это как раз таки, блядь, да, где эти заключенные. Все, давай, или пора. Пора, блядь. Как же туда попасть? Ща я все сделаю, что ты, блядь. Так, записка. Эй, эй, гремучки, это Маккензи, я ухожу, я свободна. Мой муж умер, собираю ваши чертовы помидоры. Мы не какие-то жалкие одиночки. Я еще вернусь и приведу с собой других. Недолго вам осталось. Ага. Стоп. Здрасте. Пидорасть. Так, давай, блядь, спокойно, нахуй, не нужно мне. Давай, ты сможешь! Еще чуть-чуть, дружок! Да не трогай его, он ничего не чувствует. С чего бы? Я его предупреждал. Теперь ты, наверное, жалеешь, что просто фига. Да, Энтони? Он зараженный, да, типа? Он походу зараженный, я.
Пиздаем. Осторожно, зараженные! Так, спокойно. Если ты увидел, блядь. Блин. Сука, уёбки ёбаные, блядь. Верстак закрыт, блядь. Типа зачистить надо все сначала. Верстачел, это закрыт, ребят, блядь. За хуйня, блядь. Так, не поймусь. Нахуй там допрыгаешься, блядь. Уёбок. Чё, блядь, да выёбывались? Вообще не говори, блядь. Нихуя нету, ничего не прокачаем. Идти просто так. Смотреть, что есть здесь. Здесь ничего. Так. Так. Окей. Так, и получается, можно наверх, да, залезть? Посмотрим, что у них тут. Посмотрим, что наверху у них тут, что они тут запрятали. Ну, патрончики. Патрончики, это заебись. Патрончики я люблю. Так, тут ничего нет. Шоколадка, ёпт. Похавать, блядь. Всё, блядь. Валим. А чё? Нет, давай ещё одну сделаем. Вот. Пусть три будет. Три заебись. Так. Так, а как сюда можно пролезть? Сюда, значит, как-то можно пролезть. Хотя не факт, блядь. На, видишь, хуй как-то пройти-то, блядь. Может, там, типа, обойти надо просто? Вот здесь. Тихо. Ладно. Ты чё так быстро? Так. Значит, нельзя пройти, блядь. Так, давай тут тогда походим. Кто-то слушает музон, блядь.
проверю. Сука, бессмертный. Будет сделано! Ой, блядь, это взрывные! Ёбаный в рот. Тебе кранты! Я тоже, блядь. Моя очередь. Сука. Слышь, петушок, блядь! Чё, блядь? Чё нахуй, где? Горишь, сука. Ну а хуй ты выёбываешь? Вали её нафиг! Так. А, это зомбарь был, ёпта. А, заражённый, да? Так. Ну, пидоры, блядь, а, сори, нахуй. Где ты, сука? Никого не оставляю в живых. Но, блядь, вот это я хуёво что сделал. Я сейчас проебал на них стрелы. Ты и похуй, ёпта. Отдыхай, парень, блядь. Нашел ее! У столика! С одного удара, нахуй. Просто, блядь. Просто с одного, блядь. Прощай. Спокойно. Вот это хуёво. Осторожней!
Так. Ну так. Пидораса, блядь. Все, у меня нахуй патронов просто нету, блядь. Нашел! Пошел ты нахуй. Все, обыскиваем здесь нахуй все. У меня нету патронов, блядь, ничего у меня нету. Нету ничего. Ну же, осталось немного. Осталось немного, блядь, да, и патронов у нас тоже с тобой немного, блядь, осталось. Все, ладно, стрелы есть хотя бы. Я надеюсь, этого хватит, блядь. Тихо. Так, отлично. Я нахуй перезаряжаю все, что есть, блядь. Тупорылая, блядь. Женя, высылаю мясо, грейпфруты и картошку, которые мне удалось раздобыть. Мне удалось поймать много беглых, поэтому меня решили наградить. А еще у нас тут самый лучший урожай с тех пор, как мы пришли сюда. После что... Последи, чтобы тут лучшие кусочки достались маме, когда мы видели в последний раз. Она сильно похудела, Пэт. Стрела бита. Так. Ну, видишь, потихонечку собрали, блядь. Хорошо, что здесь что-то было, блядь. Так, все, надо валить. Просто заткнулся, блин. Так, ладно, он здесь не пройдет, походу. Хотя, блядь.
Клоун! Что, что? Твою мать, его убили! У нас гости! Обыскать всю зону! Подорвался. Нажимал, ёбаный ты ж сыр, блядь! Я нахуй заебался. Чунга-чанга, ёбаная, блядь. Чё за пидоры, блядь? Ты тоже гори, бля, ёбаный урод. Сосредоточиться! Охранять вышку! Заебал. Эй, твою мать! На, блядь. Блин, мы тебя порвем. Попробуй. Выруби ее. Че где? Реально заебали. Господи, нет! Чё, блядь? Да чё ебанутый так подкрадываться? Там бежит он нахуй, втопил. Чё, без колен заебись тебе, блядь? Я думаю, блядь, тебе заебись без колен. Еще чуть-чуть. Ну и где эти пленники? Ща-ща-ща, погоди, блядь. Надо здесь побегать, блядь. Скорее всего, там вниз, наверное. Блять, как этот, вот этот, блядь, щелкун выжил, скажи мне, блядь. Я его уже, блядь, столько раз въебал уже, блядь. Все, валим. Только чмо с своим топором, блядь. Так. Подлечимся. Спокойно. Ебать! Ты чё, ебанутая нахуй, слышь, футболистка, блядь. На, блядь.
сука. На, подержи ее. Я взял ключи. Красава, пацаны. Стволы. Пошли, пошли, быстрее. Держи. Так, все, идем. Стойте, где Эбби? Ее укусили. Назад! Не наставляй на меня оружие! Эй! Эбби пыталась бежать. Она у колонн. У колонн? Иди к пляжу. Ты увидишь. Вряд ли она жива. У колонн, ебать. А чё, ее укусили? А смысл тогда, нахуй? Слышишь, блядь? Идем. Че, тогда к колонну надо к этим бежать, блядь? Где ты? Тебе же сказали, блядь, где она? Ну что, блядь, хуёво тебе, что ли, совсем, блядь? Есть. Короче, справятся они сами там, без меня, блядь. Порвалась, да? Да, порвала рану, блядь. Нитки точнее. Надо к берегу. Пизда, все, и нахуй, чё, блядь. Ёпта, ебать, извиняюсь. О, блядь. Эбби! Пиздец, это малой, блядь. Вот она, да? Ебай, а чё? Чё с ней? Пару дней прошло, блядь, всего, слышите? В смысле, она худая такая? Бля, ебать, она там, блядь, пару дней прошло, какого хуя она такая худая? Лев. Отслежись. Бля, мелкий тоже пиздец. Эбби. Сейчас. Лодки. Ёбаный рот. Просто пиздец, нихуя. А нахуй они это делают? Я так и не понимаю, блядь. Типа изверги какие-то ёбаные или чё, блядь? Или рабство какое-то просто, хуй знает.
Сейчас нахуй начнется, блядь. Я тебя не отпущу. С меня хватит. Я не буду драться. Будешь. Он ни при чем. Ты его в это втянула. Бля, она вообще без сил, ебать. Это знаете, что мне напоминает, ебать? Death Stranding, нахуй. Ай, блядь. Блядь, ебать, как больно, сука, это, наверное, это больно. Давай, 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 чоп, чоп, чоп. Но, блядь, ты че, нахуй? А я и пил, и ел, блядь. Точнее, она пила и ела, а ты нет, ты висела нахуй, да. Вот чё, Джеки Чан, блядь, ты чё, нахуй, ты слышишь, блядь? Чё я тебе, нахуй, побрею, блядь, бороду, нахуй? Мазила, сука. Давай, блядь, давай. Мазафака, нахуй. Леща, блядь, тебе нахуй. Отцовский лещ такой, блядь, знаешь? Ох, блядь. На, блядь. На, нахуй, UFC, блядь. На, блядь. Боковой в ебучку, нахуй. Хуяк. Я, моя очередь, нахуй, слышишь? Разгоночки, нахуй. Чоп. Бам, нахуй. Да, блядь. Просто, нахуй. На, блядь. Всё, блядь, пизда тебе, нахуй. Ёбаный, на, блядь. Пальцы нахуй отпусти. Ну хуй знает, знаешь, типа... Я бы не стал. Потому что месть это хуёво, ребята. Запомните, месть это ебаная хуйня. Нельзя нахуй мстить. Это, блядь, ни к чему не приведет, блядь. Иди. Забирай его. Ебать, она ассасин.
Вот так вот. Ёпта. Ебать, она ассасин. А, вернулась, да? Без двух пальцев теперь, блядь. Че, побежали, нахуй. Ничего нету, уехали. Съебались, короче, они. Везде все пусто, короче. Чё, блядь? Да идти-то, блядь. А ты сможешь играть-то без пальцев, ёпта? Получается нихуя без пальцев играть то. Вот нормальные дяди играют, блядь. Просто батя. Пьешь? Просто батя. Кофе. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. А. Стыдно признаться, во что он не обошелся, но пить можно. Я бы разобралась с этим. Я знаю.
И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. В смысле, просто спросил, ебаный урод. Заебал так базарить с ним, нахуй. Ебал бы нахуй. Дина. Блядина. Она твоя девушка? Нет. Нет, она просто один поцелуй, ничего не значит. Не знаю, зачем она так. Она тебе нравится. Как глупо. Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебе... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Я просто вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Джоэла, пиздец жалко, просто пиздец. Спасибо. Она же тоже, блядь, должна Ладно. Понимать, что, блядь, он не мог просто так, блядь, взять и отдать ее там, блядь. Ну, оставить, блядь. Увидимся. Да. Блядь, даже Джоэл чуть сам не заревел, нахуй. Бля, это пушка просто. Эта пушка просто пиздец, однозначно. Просто десятка, нахуй. Просто, блядь, десятка.
Это пиздец, это просто охуенная, просто настолько эмоциональная игра. Чуваки, вот реально, сука, то, что смотрите, это, ну, вот так вот, это... Тут надо самому, блядь, играть, вот реально, блядь, вот не поленитесь, возьмите и, блядь, сами пройдите ее. Это, бля, это топ. Ну что? Я буду с вами со всеми прощаться. Всем спасибо, кто смотрел, следил за всеми частями. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И всем покедова.